Еще раз говорю, у кого совсем хреново с деньгами? Нет, кто первую руку поднял, вот кто первый. Я не вопрос, покажу, да. Становись сюда. А, знаете, девочки, мальчики, что я сейчас буду делать? Я буду вынимать соломинку нужды. Соломинку нужды, я сейчас ее нарисую, чтобы было немножко понятнее, да? Просят все. Ай, что значит соломинку нужды? То есть идет такая, ну как правило, она идет к матке, как правило, да? Вот такая маленькая соломинка. Маленькая такая соломинка, которая заставляет вас, чем вы больше думаете об этом, тем вы больше получаете оплеух, как ни странно. Очень странное, да? Почему? А потому что у денег есть такой закон. Очень забавный закон. Он предельно простой. Сколько бы их ни было, их будет мало. Понимаете, странный закон. Но он существует на самом деле, да? Я сейчас вынимаю соломинку нужды через волну. На какой волне работает эта соломинка? То есть, знаете, что сейчас будет здесь происходить? Очень интересно. Это не ножик с топором, это вообще как бы из серии «Завтра и послезавтра». Кто-то из вас в эту тему въедет, и не просто въедет, потому что ваш мир поменяется. Вот в эту тему, как только въедете, ваш мир поменяется на огромные проценты. Потому что если вы перейдете на водородное питание, то тут вообще как бы ваше сознание поменяется. Запусти эту тему, зерновая, перейдите на зерновое, и не будет свалок, и войн тоже не будет, и бандитов не будет. Потому что мозг незачем как бы воровать, отнимать деньги незачем будет, потому что ты все знаешь. Через что? Через волну, которая, вот я говорю, что зерновая, это кладовая, женьшень там отдыхает. Свалок не будет, мордобой не будет, это бандитов не будет, войн не будет. То есть все на все, зерновая, перейдите на зерновую. Ну кто-нибудь, ну перешагните эту границу, уйдите от этого стола. Так, поехали, соломинка нужды. А зерновые-то кушать что ли надо? Пить. Наблюдай за собой, просто наблюдай. Один оборот, да. Соломинку нужды, вон из тела. Если что-то будет происходить, горит в животе. Повизгивай. Понятно, говорю? Да. Не стесняйте никого. Соломинку нужды, вон из тела. Соломинку нужды, вон из тела. Соломинку нужды! Вон! И эта соломинка растаяла, вот такая, как пыш, дымка, блин, пшикнула, да. Обалдеть можно, да. Ты была очень близко к этому готова. Да? Да. Очень быстро она сработала, как пшикнула. Я работала, потому что... Так, а какого хрена ты не подпрыгиваешь? А? Все. Спасибо. Да.